Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Для человека с буквой О в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Буква Э в имени делает людей темпераментными, энергичными, сексуальными. Упрямство и завышенная самооценка мешают обладателю буквы Х в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Буква И в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов в выбранной деятельности. Буква Д в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Иногда буква И в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Буква С в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Самым важным для этих людей, безусловно, является благополучие семьи, а наивысшим счастьем – тепло домашнего очага. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Из них получаются хорошие бизнесмены и журналисты. Владельцы этого имени без колебаний пожертвуют своей профессиональной карьерой, если того требует благополучие семьи. Они не считают такой поступок необычным, поскольку семья для них превыше всего. Звук «э» воспринимается окружающими как подбадривающее восклицание, и поэтому владелец этого имени им нравится. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Это яркий личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Им не составляет труда добиваться успехов в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.